Снова здравствуйте, дорогие мои. Вот поднакопилось некоторое количество телефонов. Есть достаточно большое количество, на порядка 8 телефонов, на которые необходимо сделать обзор. Ну, плюс вот небольшие запасы. Ну, что-то как-то тоскливо. Вы видели, что с погодой творится вообще? Вот такая вот погода. Это, в принципе, немножко нормализовалось. Но, помимо прочего, сегодня был безумный ледяной дождь. То есть было скользко, как ужас. На машине ездить было тяжело, но вот я катался. Что-то прям тоскливо до безобразия. Пойду-ка я, наверное, чайку наверну. Что-то как-то... Не то. Гарденстоун. Все дела. Базелюр. Не то. Да, не, тоже не то. Черный чай с липой. Не, у нас же это не черный. Да, это желтый индийский. Не, желтый египетский. Да не, тоже не то. Да не, ну блин, что-то другое хочется. Чай цейлонский. Баха. Да не. Блин, с черничкой что ли? Да нет, что-то другое хочется. Да не, точно не. Так, а это что у нас такое? Да тоже не то. Может тут... Только баночка, откройся. Опять же желтый чай. Не, желтый чай, конечно, хорошо, но что-то не то. Что хочу, не знаю. Точно, я хочу индийский чай. Я это точно понял. Это осознанный выбор. Ребятки, пойду-ка я индийский поищу.